Chicks is a women-driven dramedy with a local flavor and a very fresh visual style. The story is about four corner girls from a small town in Russia who decide to change their lives entirely and to open their own fitness club. But the longer we watch it, the more we understand how difficult it is to be an uneducated woman in a small town and how desperate they are. The show is raising problems of a very traditional and religious society, gender maltreatment and social inequality. Ничего, девки, начало положено. Значит так, девочки, правило 3. Мужиков не водим, вещи не разбрасываем, плиту моем по очереди. Ты деньги хочешь вернуть или нет? Деньги можно по-другому выбивать. Какой глаз выстрелить? Ты рот закрой! Да, закрой! Денег нет. Но на нет и суть есть. Вы думаете, я злой, мне хорошо. Я Змей Горыныч, а вы заблудившаяся принцесса. Если ты что-то для себя решила, то при до конца не сворачивай. Вы знаете, кто я? Знаю. Но это все было. А теперь нужно думать о том, что будет. Скажи, что у тебя все впереди. Ты обязательно встретишь своего принца в 30. Красотки так было, но это кино. А в жизни не знаю. Сильно там страшно-то? Да нет, детский аттракцион. Проходите, присаживайтесь. Стоите такие несчастные, страдают они. У нас ничего нет, а сами бы что сделали, а? Ну, фотку просто отправь, да и все. Сиськи, что ли? Ну, какие сиськи, Свет? Просто фотку. Как бы недосказанная должна быть, понимаешь, тайна. Рот.